Здравствуй, Питер! Ну, что-нибудь из старенького. Правильно живи, да?
Спасибо! Следующая композиция с нового альбома называется «Страхи». Мы по обыкновению эту композицию дарим девушкам, потому как на нашу долю выпадают иногда неприятности, связанные с черными невестами. Я обещала, но не лоса.
для себя начнется с двух мужчин. Гадаю на друзей, я расставляю сеть, тебя мне не поймать, я остаюсь терпеть, себя не понимать. Спасибо. Спасибо. Следующая композиция с нового альбома называется «Колокола». Говорят из глубин нашей милой души вырывается крик, если ты еще жив. Я уже не хочу, оставаться с собой. Да, это сорванный крик, хуже боли во мне. И играет со мной, разделяет меня, посылает со мной суетного коня. Я ворвусь в этот мир, стану больше, как и я. И сверну свою душу на нет, не жалея себя. Каждый день зову цветные купола, каждый день по нам звонят колокола. Оставил меня думать наедине. Много сделал ли я, и что сделали мне. Я еще поживу, я еще покажу. Покой земля, не встречают меня, и все нравятся мне.
Спасибо! Ну, я надеюсь, следующую композицию представлять уже не нужно. Хотя она из нового альбома, да, Дмитрий? Верно. Ну, что-нибудь из старенького давайте. Даже не что-нибудь, а солдатская печаль.
Следующая песня с нового альбома называется «Режиссер». Больше всего в этой композиции пострадал я и мой брат. Мы так очень хотим, чтобы нас нашел режиссер. Спасибо. Эту вещь мы уже давно не играли, хотя она с этой же самого альбома, с первой части. Музыка!
Спасибо! Ну, что-нибудь динамического сейчас закатим. Ну что ж, продолжаем дальше тусить. Не-а. Пожаловать на край, 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 п
спасти. Приближает к опасности. Кайф как-то хочет тебя собрать. Снова до света играть. Добро пожаловать в сакрай. Холодный скучный мне, я научу тебя играть. С фантазией своей. Добро пожаловать на край. Последний заболел, я научу с тобой играть. И с руку пройти. Следующая композиция с нового альбома, но вы ее уже давно знаете, мы ее давно уже обкатывали.
Спасибо. Спасибо. Следующая композиция, я думаю, что, наверное, в нашем творчестве самая серьезная. «Как твои дела?» — это снова альбом. Спасибо! Следующая композиция. Одна из первых, которые, можно сказать, изменили наш стиль. Герой! We'll be right back.
лесам тянет кверху. Нас к небесам отказаться от роли такой. Героем не быть. Спасибо! 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 Спасибо, родной город, спасибо. Следующая композиция, что, самая... Что, колдовать будем, да? Какая это композиция? Самая видеокомпозиция. Поколдуем тут, что-нибудь наколдуем. Thank you.
Спасибо! Ну что, для девушек песня уже была, теперь песня для парней. Девушки без обид. Чучело? Да! Часто незнание не замечаем, так проходят дни. Мир меняет имена, планеты крутят времена. За суетой не успеваем жить. Мы часто от незнания
не замечаем, так проходят дни. Целый мир в моих руках, где осталось минуты сна. Прогони пустую лень, я серьезную тебя. Улыбнусь из земли, поднимись и улыбнись. Целый мир в твоих руках, не останься в дураках. Это новые композиции, сейчас еще одна будет новая композиция. Жизнь бывает разная, для кого опасная, а кому идти по краю, кажется верней. И поймешь, как рисковал ей, когда на пороге дома встанешь у дверей. Отвязная, то от счастья неба мало, то в несчастья нет. Ты поймешь, как все отдал ей, когда на пороге дома встанешь у дверей. Когда на пороге дома встанешь у дверей. Когда на пороге дома встанешь у дверей. Спасибо. В следующей композиции мы говорим спасибо нашим служивым людям. Есть служивые в зале, я думаю, да? Звезда.
лишь одна из падающих звезд. Может быть, для вас проще от этих слез, от жизни над землей принесет наш поцелуй домой. И может на крови вырастет тот дом, чистый для любви. Может быть, потом наших падших душ не коснется больше зло. Мне страшно никогда так не будет все. Я раненое сердце на рваной душе. Изломанная жизнь, бесполезный сюжет. Я так хочу забыть свою смерть пораньше. И солнце да песок нам сапоги. За короткий срок мы смогли найти тысячи дорог, сложенных с могил, нам с них не сойти. Может быть, кому не дадим своей руки. Может, потому осколки льда не растопит ни одна звезда. Мне страшно никогда. Спасибо. Эх, чуть повеселее сейчас.
Спасибо! Следующая композиция из новых, она у нас завершает наш альбом новый, называется «Мечта». Мы закончили сейчас последние. А теперь по-старому. А вот сейчас старенькие вещи пойдут. Давай, Андрюха, не бойся, заводи.
кажется мне тебя не понять, не догнать, не остановить разум, да и не в силах он знать. А чего встречи так остры, но часто тянет, как ноль, кто живет, как полострова, тот одной волной. Проклиная этот белый снег, он не знал, и она затруднялась дать ему ответ, почему мне судьба. Карты скрытые, снова битые, тянется эта жизнь, как игра. Строим стены разбитые, думаем и надеемся зря. Мысли не собираются, делим и делимся мы, как назло. Никогда не кончается черно-белое кино. Проклиная этот белый свет, он не знал, и она затруднялась дать ему ответ, почему не судьба. Никого не теряет, не догоняет, не ждет и ни с кем не играет. Сам белый свет никого не теряет, не догоняет, не ждет и ни с кем не играет. Сам белый свет никого не теряет, не догоняет, не ждет и ни с кем не играет. Проклиная этот белый свет, он не знал, и она затруднялась. Почему не судьба? Спасибо!
Спасибо! Ну, сейчас прозвучит самая старая композиция. Самая старая. Thank you.
родной же город, как же мы же можем так уйти просто? Сейчас нашего общего друга споем вам композицию. Как откуда взялась?
Спасибо! Мы обычно вообще играем одну композицию на бис. И вот, мне кажется, вот в последнее время суждено уже играть.